Peace. Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Я думаю, вы и так уже догадались, какой элемент мы сегодня разберем. А для того, чтобы разобрать Лачгейнер более подробно и в более безопасной обстановке, переместимся к турнику пониже. Ну, в общем, что нужно для изучения Лачгейнера? Берешь, запрыгиваешь на турник, и это как бы берешь вот так вот, как бы так, хоп-хоп, и так как, и вот так, короче. Хотя еще вот в тот момент, когда ты уже, нужно после того сразу хоп и готово. Ну, поняли? Ну, а если по-серьезному, Лачгейнер, конечно, и простой элемент с одной стороны, хотя при этом он является зрелищным. Необходимо в первую очередь самое такое большое внимание уделить безопасности. Для этого не нужно пытаться его, как многие, сделать сразу, потому что иначе вы потерпите крах. Начните с того, что просто отрабатывайте кувырок, вися на турнике, не задевая ногами турник. То есть в первую очередь вам необходимо научиться кувыркаться на турнике взад, вперед, не задевая турник. Это первоочередная ваша задача. Далее вам уже нужно будет также кувыркаться на турнике, виси на турнике, но как бы в момент проноса ног под турником именно в него и спрыгивать. Таких попыток желательно сделать как можно больше, чтобы у вас полностью сформировалась ваша нейромышечная связь, чтобы уверенность в этом движении чувствовалась. И в дальнейшем, когда вы уже отработали более-менее хорошо, уверенно этот кувырок, уже постепенно начинаете придавать раскачки этому движению, стараясь приземляться все дальше и дальше от турника в переднюю сторону. Сначала вы будете, то есть, грубо говоря, приземляться здесь, переходите непосредственно под турник. Так, старайтесь приземляться все дальше и дальше. Таким образом, придавая все больше и больше раскачки этому движению, уже наработанному вами, вы постепенно и приблизитесь к исполнению Лачгейнера. В конечном счете вам просто останется отпустить руки раньше, чем вы поднесли ноги. И вас по инерции перевернет, и вы исполните элемент. Надеюсь, дорогие друзья, данное видео оказалось полезным для вас. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал, если еще не подписаны, и жмем на колокол обязательно. Я рассказал вам о способе, которым сам научился данному элементу. Ну, несмотря на простоту элемента, он не является безопасным, поэтому особое внимание безопасности уделяйте. То есть, когда уже, только когда будете уверенно делать кувырок и подносить быстро ноги к турнику, только тогда уже непосредственно начинайте выполнение самого элемента. А так, до скорых встреч, всем добра!